Валентина Ткаченко – голова правління Миколаївського обласного благодійного фонду «Доброта і довіра», який опікується дітьми з багатодітних та малозабезпечених сімей, дітьми з інвалідністю, допомагає дитячим будинкам, здійснюючи мрії їх вихованців. Доброго ранку. Я так розумію, в цьому проєкті «День мами» для особливої мами будемо здійснювати мрії саме матусь, так? Ну, це не мрія, це, мабуть, скоріше всього, це просто подарок буде для мам, для того, щоб немножко реалізувати їхню женственность і показати, що наскільки вони прекрасні всередині, да, як мами, як жінка, як королева, можна даже сказати, какую-то память, тому що дуже часто я бачу, як вони в реабілітаційний центр, до психолога. І от ця бідна мама ту шапку одягла, ту шапку обратно, да, сняла, подождала в коридорі, да, поки прийдуть заняття. Обикновенна одежда, замучена, уставша, тому що то масажі, то реабілітації. А якщо це ще не один дитина, дуже багато є, де багатодітні сім'ї, де ще помимо нього є, да, дітки-інваліди. Видно, що от нет возможности финансового плана, нет возможности временного плана уделить себе внимание, пойти, да, сделать себе красивую там прическу, там визаж, там пойти на какой-то праздник, там даже тоже сделать хорошую фотосессию, да. Вот мы когда вот делали перед Новым годом для особенных семей, мама говорит, боже мой, у нас никогда нету там совместно, и я уже так давно не фотографировалась, то есть как бы, ну особенно как бы уделяться внимание особенному ребенку, да, и когда куда-то приложиться, в основном фотографируется там ребенок, то есть в этом плане. То, конечно, хотелось бы не забывать эту категорию, потому что благодаря им, на их плечах это все делается, детки растут, развиваются, и это велика шана. Діткам також буде приємно поглянути на свою матусю то чи іншого. Так, да, з другої сторони, тому що вот даже я в комментариях читала, когда, да, вот, мамы особенные оставляют комментарии для того, чтобы принять у нас участие. Одна мама написала, что я бы очень сильно хотела принять участие, чтобы мои дети увидели меня с другой стороны, чтобы они видели, какая я у них красивая, какая я у них сильная, и чтобы они знали, что типа, у меня много сил, мы сможем, ну, типа, дальше бороться с тем, что у нас есть. Як виникла ідея от взагалі створити такий проект? Но... Це одразу, я так розумію, після сімейної фотосесії. Нет, это, наверное, скорее всего, что так получилось, что закрыв год, да, очень много у нас было акций, поездок и всего остального, то немножко меня выбило, я попала в больницу и пролежала там практически 14 дней. Была отрезана от мира, от интернета, от телефона, от людей. У меня, знаете, как в голове немножечко вот это вот все. Да, да. То есть очистилась, да, вот переосмыслилась, реализовалась. И я же уже как такая, она впереди бегущая, то есть планы надо строить впереди. То есть по проекту у нас, как всегда, мы январь-февраль немножечко отдыхаем, начинаем новые номера. Костюмы. Обычно мы всегда делали концерт, посвященный 8 марта. Но в этом году я смотрю, что будет по возможности наших детей выступать в концертах городского плана, то есть мы будем приглашены со своими номерами. Плюс у нас большой еще, мы в конце марта едем на международный конкурс, что тоже хотим себя защитить, в некотором плане показать именно свой уровень профессионализма. То решила ставку поставить, как мы всегда делаем, на Всемирный день матери. Каждый год, независимо ни за чего, наш фонд на протяжении 5 лет празднует и делает большие концерты, посвященные День Матери. Он всегда празднуется 2 воскресенье мая. Но в связи с тем, что 9 мая это такой, как бы, да, обширный праздник, да, и его делают там в разные дни, то как бы за этот праздник как бы забывают, потому что он там буквально там через 3-4 дня, да, и День Мамы. И получается, не всегда получается у многих, то есть как бы так это предъявить. То есть в том году мы единственные сделали большой концерт на большой сцене, пригласили всех мам соцсло, независимо, то есть это будет ребенок инвалид, либо это будет переселенец, мы работаем с многими, и, конечно же, дарили, дети дарили подарок для своих мам, для мам в зале, все остальное. Но вот когда вот эти все проекты перед Новым годом очень много у нас было, и, в принципе, в идеях было очень много, я решила объединить, обратно же, наши концертные программы, где у нас есть возможность массово, да, собрать людей, где мои дети могут реализовать себя и показать свой талант, и как бы дать возможность другим детям посмотреть и понять, что они тоже могут, потому что почему же, ведь это тоже простой ребенок, или там ребенок, да, особенный, а почему он танцует, или там что-то он еще делает, то есть, значит, и я же могу, и с другой стороны, то есть прикрепить, не просто подарить в этом году, мы решили концертную программу, я вот говорю, просто вот как-то так мы вот когда столкнулись вот, с этими подарками, с этими письмами, с этими мамами, я их видела постоянно, очень часто там как бы вживую, да, мы общались, обговаривали разные нюансы,
И я поняла, что, наверное, им тоже что-то нужно давать, потому что это их как-то взбодрит, знаешь, встряхнет, и у них будет больше сил, больше веры в себя, и, наверное, просто больше веры в том, что она вспомнит, что она в первую очередь женщина. На якій стадії зараз цей проєкт? Бо, наскільки я розумію, ви вже запустили, вже шукаєте, вже й багато кого знайшли так, для реалізації цього проєкту. Да. Можливо, чим ми можемо допомогти? Інформаційно. Я знаю, що у нас город Ніколаїв – це дуже город креативних людей, талантливих людей, творчих людей. Просто не завжди у нас виходить об'єднатися, щоб зробити той чи інший проєкт, тому що ми просто не знаємо друг друга, да? Не слышим, або працюємо в своїй маленькій сфері. В этот раз и во все остальные разы я каждый раз пытаюсь сделать, ну, то не то, чтобы собрать деньги, сделать какой-то проект, либо какую-то акцию. Мне бы хотелось объединять людей, использовать ресурсы этих людей. То есть, как бы, если ты рукодельница, ты можешь что-то, допустим, да, сделать. Если человек, там, парикмахер, визажист, он может принять у нас участие, там, с помощью, там, на концерт, либо, там, на выступление, помочь нам с детьми, там, накрасить, да, либо обратно же в каком-то проекте проявить себя. То есть, это не надо вкладывать много финансовых возможностей, это просто нужно как-то свои золотые ручки, да, и, да, и где мы можем сказать и объявить, что вот тот помог нам этим. Вот классно же, когда просто люди, ну, когда еще плюс люди принимают сами какое-то, как бы, внимание, и плюс свои, ну, как бы, работая в этом проекте, они это немножко проносят через себя, они это чувствуют, они видят это, как это все происходит вживую, тогда уже по-другому они относятся к другим проектам. Проектам смысл заключается в том, что мы будем делать большой концерт, посвященный Дню Матери, это 11 или 12 мая. К этому времени мы решим, какой это будет зал, но обязательно зал должен быть с экранами, потому что хотим заранее выбрать 15 мам. К сожалению, мы больше просто не потянем ресурсно. Если бы, конечно, бы отозвались где-то там меценаты, да, или кто-то еще сказали, вот у нас есть возможность, мы вам готовы помочь, давайте охватим больше. Да, желающих очень много. Но, к сожалению, мы маем это, что маем. И с помощью лотереи мы выберем 15 человек, которые будут присвоены определенные номера, в плане лотереи выйдут те номера, которые, как бы, уже судьба их сама выберет, и эти 15 человек примут участие. Мы для них сделаем профессиональную фотосъемку, уже отозвались фотографы, и не один, слава богу, уже практически, я думаю, уже по фотографам уже, еще пару, да, человек, да, и все будет. И плюс это весна, да, это конец апреля, начало мая, это замечательная погода, это тепло, это можно сделать на природе, это можно шикарные какие-то такие необычные фотографии сделать, которая действительно, ну, споймать лучик света вот в каждом человеке. Если просто мама захочет какого-нибудь, допустим, там, красивое платье, там, пышное или как там что-нибудь еще, и это должно быть обязательно в студии, мы обязательно тогда сделаем по ее желанию, потому что это ее единственная возможность, да, где-то себя проявить, показать. Пройдут фотосессии с 25 по 5, в дальнейшем подключатся парикмахеры, визажисты, конечно же, на фотосессиях, где она должна быть выглядеть красиво, должна быть прическа, макияж, то есть мы ищем ручки, да, визажисты, парикмахеров, и на концертную программу, где мы их же пригласим, тоже нужно будет тоже их сделать красивым. Почему? Потому что в процессе концертной программы мы запустим на экранах эти фотографии мам, где они красивые, счастливые, да, божественные, можно в некотором плане сказать. И вызовем их на сцену. И, конечно же, хотелось на сцене что сделать? Это первое, это вручить цветы, да, и подарить какой-то там сладкий подарок, либо чем-то отблагодарить в некотором плане то, что тоже обратно же у них бы не было. Поэтому мы ищем креативных людей, которые могли бы подключиться с всевозможными идеями. Но на сегодняшний момент это золотые ручки парикмахеров, визажистов, кто может отфотографировать, предоставить возможность проката платьев. Ну и в дальнейшем, может быть, какие-то сертификаты от себя, сладости, цветы. Будь-який допомога. Да, то есть я считаю, это все можно реорганизовать и правильно сделать, и сделать такую вот именно супер-мега-акцию, но это не только, как бы, фонд делает. Фонд объединил талантливых людей, и, конечно, эти люди придут на концерт, мы их вызовем на сцену. Мы назовем каждый, что мог нам предоставить, для того, чтобы город знал и гордился тоже этими людьми. Дякую вам, що ви до нас завітали. Я впевнена, що обов'язково багато хто долучиться до цієї гарної справи, і це ж і можливість себе проявити так само.